Троллейбусный парк. Фабрика «Большевичка», Комсомольская площадь. Комсомольская. Выход к вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Всем привет, Москва. 12 марта 2022 года. Трамвай 37 Новогиреево. Депо Казанского вокзала. Электровоз ЭП-2К. Тепловоз стоит. На двойной тяге. Почтовые вагоны стоят. Вон тепловозик там запустился. Тепловозы еще стоят. Вот такое вот небольшое видео. Всем пока.